Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. Ника Белоцерковская уличила Анастасию Волочкову в воровстве ее фотографии. 20 января 2021 года балерина отмечает свое 45-летие, и в этот день знаменитость разместила в своем инстаграм-аккаунте первые подарки, семейный портрет и цветы, которые она якобы получила от матери и дочери. Снимок букета насторожил Белоцерковскую, которая заявила, что этот кадр был опубликован на ее странице более года назад. «Анастасия, с днем рождения, конечно. Но зачем вы у меня букет звездочка-звездочка-звездочка украли?» Обратилась Ника к балерине в сторис Инстаграма. Пользователи поддержали Белоцерковскую и указали на то, что фото идентично тому, что знаменитая писательница и фуд-блогер разместила в сентябре 2019 года. «Зачем вы фото Белоцерковской украли?» Она возмущается, пишут интернет-обыватели. Волочкова пока не прокомментировала обвинения. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья.